Всем йоу, друзья! И это последняя серия по очередным трюкам в GTA 4. Здорово всем! И снова я стою на крыше в надежде, что меня откинет качелей. Ну чё-то ни хрена. Ну-ка давайте обратно залезем. Да залазь ты. Да блин, он не хочет залазить. Ни хрена себе. Выпрыгиваем быстрее. Да ну нахер, на последнюю секунду успел запрыгнуть. Не успел тачку завести, она уже, блин, отлетела. Капец, как я сюда попал. Просто в последнюю секунду выпрыгнуть успел. Так, давай, вытолкаем ее туда. Чтоб ее тоже вместе со мной откинуло. Ну давай, откидывай ты ее. Ни ее, ни меня не хочет откидывать. Ни хрена у меня там пыль. Ой, ё, куда меня она оттолкнула? Я еще улетел, блин. Че, у нее колесо аж оторвало, и она загорелась. Какого хрена ее она в текстурах застряла? Походу колесо в текстурах застряло, охренеть. Так, ну-ка давай, сраные качели. Давай, давай, прямо на них заезжай. Блин, меня точно не откинет. Давай, задний, задний. Да машина тут мешается, блин, полез. Давай вытолкаем ее, давай. Давай, откидывай. О, ни хрена себе. Я еще и сдох, ни хрена. Дотолкался, блин. Так, ну-ка, люди, уйдите оттуда. Да, блин, опять обрезался, блин. Сраный. Так, давай, заезжаем сюда, давай. Да, блин, сколько раз говорить, приходите тут. Тут вообще жесткие качели. Ой, блин. Ни хрена, куда она улетела, нифига. Ее нету ни... Чё, Ника пьяный? Почему Ника пьяный стал? Он упал. Охренеть. Какого хрена? Он уж эту увиденную пространственную ориентацию потерял. Давай, давай, едь ты. Ну как так можно было застрять, вот как? Чё, ни хрена тут колбасня творится. Чё это вообще было такое? Капец, блин, меня выкинуло. Так, поднимемся. Давай заднюю еще включим. И с разгоном. Давай с разгоном прямо. Давай, гони, гони, гони. Ох, ни хрена себе. В разные стороны просто разлетелись. Опять вот эти автобусы, блин. Люди, разойдитесь, тут стоят еще, блин. Ой, это мент. Я мимо него просто пролетел. Давайте задом попробуем заехать на эти качели. Чё-то мне уже страшно. Выходим быстрее, выходим. Залазим, залазим на тачку. О, ни хрена, она прям в здание улетела, офигеть. И снова я здесь, на этой же тачке. Ничего не понимаю, вот опять его уже откидывает. Ника опять шандарахнула, он как пьяный стал ходить. Ника, давай, чё разрезай меня. Я вообще ни хрена не понимаю. Он встает, ну нахер. Давай снова вылазим. Опять меня! Ни хрена я жестко улетел. Капец, я еще и выжил. О, она взорвалась где-то там, ни хера себе. О, она на рельсе взорвалась, да ладно. Так, давай, заезжай, давай. О, ни хрена, какого хрена эту тачку так чуть не выкинула. Она же просто прямо стояла. Подвиньтесь нахер. Что здесь вообще творится? Да ё-моё, ну-ка давайте эту тачку туда тоже. Давай, 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 что в обоих? О, выкинула обоих, да ладно. Где я вообще, куда полетел? О, она взорвалась, охренеть. А вторая тачка где? Ничего себе, куда ее-то выкинул? Так, тут ментовская тачка еще, блин, горит, ё-моё, у меня двери вообще нету. Мало того, они еще и стреляют, конечно, этого не хватало. Так, давай, 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 быстрее. Что-то не хочет нас скидывать. Ну давай, откинь. О, ни хрена, я еще выпрыгнул случайно, случайно. Ой, ё. Ох, ни хрена, она взорвалась такая. Аж колесо оторвало, охренеть. Блин, вертолет тут еще какой-то хрен делает. Ну-ка, давай, залазь быстрее. Блин, я хочу, чтобы его тоже выкинуло вместе со мной. Ну давай, откидывай. Я же дубинку достал, давай, выкинь меня. Ну, что ты тварь такая?
Я сейчас долбану тебя как хорошенько. Ник еще куда-то. О, выдал! Какого хрена? Что происходит? Меня качели мочит. Я просто стою и ничего не делаю. Она меня всего просто раздолбашила. Так, давай, откидывай. Снова я на инферно все. Давай. Все, что ли? Ты даже ничего не сделала. Просто там что-то запылилось. Ни хрена, она чего взорвалась? О, как я на ноги-то приземлился, охренеть. Я просто стоя куда-то улетел. Что здесь вообще А, вон она вообще где взорвалась, охренеть. Давай, толкай эту тачку. Ну-ка, давай на колеса встань. На колеса говорю. Блин. Ну давай тогда обоих. О, выкинула двоих, охереть. Я приземлился, а где? Она взорвалась где-то, офигеть. Ну-ка, где? Где она? А, вон, нихера себе. Она взорвалась, я выжил как-то. Ну-ка, давай посмотрим. Офигеть, вот это эпичный конец. Ого, нихрена, я прямо на крышу улетел. Как так? Моя тачка там внизу. Ничего себе. Капец, как вообще я сюда попал-то? Вообще жестко откинуло. Ну-ка, давай гранатку. Ой-ё. К сожалению, начало не записалось. Но все же я попал на эту крышу как-то. Так, осторожно. И со всей мощи просто топчем всех. Угарно вообще, блин. Давай, накачали. Опа. Что-то сейчас будет. Вылазим скорее. О, охренеть, опять сюда. С машины, охереть. Она горит. Валим отсюда быстрее. Охереть, иначе рванет. Машина там осталась. Вы можете себе такое представить. А ну, взорвись давай. Капец, блин. О, я на руинеру. Давай. Надеюсь, тебя откинет хитерово. Что надо, ушел отсюда. Ты сейчас тоже достанешь. Эй, тёлка, что тебе надо? А, ты просто бежишь, спасаясь. Спасаясь от качельки. Так, ну-ка, давай. Прямо на неё заезжаю. Чё ж ты такая безобидная-то? Ой-ё, меня тачка придавила. Опять такая же ситуация, как с ментовской тачкой. Какого хрена меня тачка вообще давит просто? Так, ну-ка давай на трамплин прямо. О, долечу или нет? О, да, долетел, охереть. Ох, ни хрена нет. Дверь оторвала, я вылетел. О, ничего, как она встала-то. Что она там пляшет? Какого хрена? Она просто пляшет из стороны в сторону. Че с тачкой? Она передвигается. Она от меня ползет. Спасайся от меня. Что это за тачка такая? Она живая. Все, что ли? А ну ползи, ну-ка. Я сказал, ползи, тварь. Спасайся от меня, скотина. Тупорылая тачка. Какого хрена? Какого хрена ты остановилась? Ты должна подниматься. Неадекватная тачка какая-то. Блин, прости, человек, я не хотел. Просто в повороте себя сшиб так. Это вообще было случайно. Ох, нихрена, там машина впереди, блин. Ника заорал из Америки, козел. Что? Он уже по-русски начал разговаривать. Пес, блин, Ника, ты что вообще там такое болтаешь? Вообще угарный чел. Из Америки, козел. Ой-ой, нет. О, она подлетела. Ни хрена себе, меня перевернуло, я взорвался. Что за хрень, я просто сбил бочку. Она не взорвалась, она подлетела. Я потом ее сшиб во время движения и все, рвануло нахрен. Какого хрена здесь происходит вообще? Итак, вот, народ, снова я на качельках, давайте попробуем отлететь. Так, давай, задом встаем, короче. Ох, ни хрена, давай, полетели. О, давай на крышу, давай. Ни хера себе, да, получилось, охренеть. Я вместе с дверью вылетел. Офигеть, вот это было вообще эпично. Как я сюда приземлился топово. Так, давай, буксуй. Ни хрена меня выкинуло. Качеля долбаная совсем уже. Так, давайте на эту попробуем.
Можно кинуть, давай. Ох, ни хрена себе, давай, полетели. Куда, что? Ни хрена себе, я попал на железную дорогу маршрутного поезда, офигеть. Так, ну-ка, люди, уйдите отсюда. Нам надо срочно залететь куда-нибудь. Так, у меня уже вся машина дымится. Короче, наезжаем на качельке, давай. Ух, ни хрена, куда я улетел? Я прям в здание вляпался. Куда я падаю? Что? Как? Это же нереально. Ребята, я на балкон встал. Что? Каким образом? Нифига себе, я просто вниз летел, как лепешка, не приземлился сюда, не может быть. Как? Такая высота, офигеть, вы посмотрите. Ну это же вообще нереально. Что я только что совершил, мать вашу? Как это было вообще сделано? Итак, народ, я взял автобус. Давайте попробуем заехать на качельки. Ни хрена себе! Куда меня швырнуло? Охренеть, какая высота, вы посмотрите. Офигеть, вот это было жестко. Куда я лечу вообще? Давай еще на крышу какую-нибудь приземлись. Охренеть, мне уже все дымится просто. Ох, как сейчас будет жестко, офигеть. Вот это я приземлился. Весь автобус просто раздолбал. Ника такой выходит сквозь дверь. Что это было? Ребята, вы только посмотрите, как я лечу с тачкой параллельно, охренеть. Это меня так качели вышвырнуло, вы только посмотрите. Охренеть, вот это было вообще прикольно. Я, получается, заехал на качельке, меня отшвырнуло, и я вылетел, короче, через лобовое окно и вот так полетел с тачкой. И что, интересно, сейчас будет? Ну-ка, давайте, давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Так, я приземляюсь, давай, еще взорвись там. Нихрена себе, она реально взорвалась. Офигеть, я предугадал. Ну что ж, давайте попробуем заехать на качельки. Что из этого выйдет? Так, первый раз не получилось, давайте второй раз. Вот она уже отбрасывает, давай. Давай, 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 откидывай. Ох, нихрена, я вылетел через лобовую. Куда мы летим? Так, куда мы? Ох, нихрена, она взорвалась, да ладно. Эпично. Так, ну давайте, ребята, на таксишке попробуем заехать к этим качелькам. Навестим их на такси. Так, давай. Ух, нифига, мне аж капот оторвало. Злые качели, блин. Тихо там, не шумите так. Так, давайте на борт и попробуем заехать. Ни хрена, куда нас откинуло. Давайте летим куда-нибудь. О, давай на дорогу попади. Ух, как я жестко утепался. Неплохо я так-то сюда взлетел. Ну что ж, второй дубль на такси, давайте попробуем. Надеюсь, у меня все получится. И куда я полетел, ни хрена себе. Чуть-чуть только заехал. Куда? В здание. Ни хрена себе. Вы не поверите, она взорвалась. Куда она приземлилась вообще? Так, давайте забираем попутную тачку. Пошла отсюда телка. Так, ну вот сейчас не очень погода. Ох, нифига, еще сверкает, как жестко. Так, давайте поехали на мост. Блин, там скорая еще, какого хрена? Нам путь перегородил. Так, давайте, объезжаем просто ее нахер. Поехали. О, что? Посмотрите, там менты за перила куда-то полезли. Какого хрена? Что за дела? Так, давайте, ребята, поехали на качели. Вот мы уже здесь рядом. Так, нужно развернуться и заехать, давайте. Давай, 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 поехали, чел, уйди отсюда. Так, где наши качельки? Вот они. Давайте, наезжаем на них. Ух, ни хрена меня откинуло. Что, где я? Да ладно, ребята, я сквозь текстуры пролетел, ни хрена себе. Вот это меня откинуло. Я сейчас сквозь здание просто пролетел. Так, давайте, поехали на качельки. Ох, тёлка, прости, мы ее просто в борт типали. Так, давайте, поворачиваем. Осторожненько. Что? Какого хрена? What the fuck? За нами тёлка бежит. Ты чё, сумасшедшая, что ли? Пошла отсюда нахер. Ничего себе. Так, давай, качели отбрасывать. И ни хрена, куда мы летим? Там поезд еще ехал. Так, куда мы... Нифига себе! Рядом со мной капот просто прилетел, я чуть не обосрался.
Он еще до нас докатился, что за дела? И на этом я заканчиваю основные серии по трюкам и авариям в GTA 4. Надеюсь, вам понравилась такая рубрика. Не забываем подписываться на мой канал, ведь впереди нас с вами, друзья, ждет долгожданная GTA 5. А с вами был Гроспер, всем хорошего дня и пока!